The Navi Yecheskel in Perek Lamed Lamed Vav is one of the great. В Иезекииле одна из величайших трагедий в еврейской истории – это то, что евреи Торы перестали изучать Танах. Это мерзость. Даже хуже – это одна из основных причин искажения еврейских понятий в системе Торы. Без Библии невозможно понять Тору. Запомните это. Вот почему в Пиркей Авот есть курс, введенный мудрецами. Я не понимаю, почему евреи его не проходят. Изучать Библию нужно в 5 лет. Закончив Библию, вы на этом не заканчиваете. Но переходите к Танаху, затем к Мишне, затем к Гемаре. Только так нужно учиться. Дети не должны начинать изучать Гемару в 7 лет. В Гемаре речь идет о женщинах, а ребенок в 7 лет ничего не знает о женщинах.